Выходим. Head of the Wagner mercenary group has said Ukraine never threatened to attack Russia, contradicting Putin's justification of war. Yevgeny Prigozhin's statement will dramatically increase tensions with Russian military chiefs. Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Prigozhin has relentlessly criticized rival Russian commanders over their handling of the war in an internal struggle for power and influence within the Kremlin. But until now, he's never undermined Moscow's justification for going to war.